Так, сегодня мы продолжаем креветочную кампанию. Да. Да. И будем готовить местную свежую большую креветку. Угу. Она была еще живая час назад. На чем будем готовить? На гриле. На гриле. Да. Головы только. Ну, сегодня только головы. А? Да. Папа съел пару хвостов, так что если вы увидите голову вот так, вы знаете, что папа съел. А ты не ел? Нет. Они не живые, они в этот раз мертвые. У нас тут есть как большая креветка. Во, вот это как голова. Я покажу все тело. Во, большой хвост, чтобы пью-пью-пью. И быстро плыть. И потом тут у нас есть как меч. Просто чинк. И есть как очень много ноги, чтобы ходить везде, и глаза большие. Ну, понятно. А кто будет на гриле? И вы можете вот... Я могу сделать. Нет, вы можете вот так держать, как креветку, если вы хотите. Ну, может быть, сломается, если слишком маленькие, как усики. Нет. Тебе покажи, положи себе на руку, покажи, какая она большая. Во, это моя рука, если вот так посмотрите, если вот так посмотрите. А кто смотрит, он будет есть креветку? Не я. Не я. А, я буду как, ну, на гриле. Моя старость обеспечена, мне будут делать креветку, и ее не будут есть, да? Да. Да, потому что мы... Не ломать? Не, нет, мы целиком ее делаем. А. Гриль у нас готов? Да. Окей, вот так будем ложить? Да. Окей. Я буду этими делать, потому что я не хочу себя обжигать. Маш, смотри. Потому что ты уже большой. Тебе 10. Во, вот это 8. Маленькая, не такая большая, но все равно чуть-чуть большая. Тут-тут. Бум, вот так можно делать, но если вы хотите быть как Машу, используйте вот эти. Во, вы слышите этот? Это почти что как глаза, они или будут мягкие, или они просто вот так вот. Или они просто упадают. Посмотрите на эту креветку, у него теперь нет глаза. А, да, вот этот перед. О, он... это чуть-чуть живая. Видите, чуть-чуть подвигается. Потому что это от горячее. Не потому что она просто... А вдруг она была? Вот. Да, это последняя. И кабум. Уп. Во. И вот только чуть-чуть надо ждать. Сейчас мы закроем, 3 минуты подождем и перевернем ее, да? Да. А, мы... Вот мы сейчас расскажем вам историю про креветку. Вот когда мы были на катере... Я и Макс ловили рыбки. Вот очень много Макс получал креветки. И вот мы на катере взяли эту креветку, гриль положили, и мы жарили на гриле. А я думаю, что мы получили... Мой папа и бабушка ели, но я и Макс нет. Я думаю, что я использовал ловушку, а не использовал сетку. Если бы я использовал сетку, я бы вот такие получал креветки. Я использовал ловушку. Ловушка бы была такая, ну... Она все равно могла хорошо поймать. Так ты, наверное, песочек использовал, Максим? Не, я не думаю, что... И еще ты ловил креветку и рыбу на мой фонарик. А, да, а, мы не говорим про 2 фонарика, окей, мы не говорим. А, он как упал когда-то в воду, и у него фонарик утонул, а сетка осталась. И он хотя бы не утонул, потому что у него была life jacket. Хорошо, что у него бы было, а то он бы... утонул. А. И папа его спасал, но потом, ну, мокрый был он весь. Да.
Вы не хотите быть мокрой, как он. А как хотя бы волосы не были мокрые. А то бы он вот так вот. Ты говоришь? Я сказал, дай мне поговори. А, понятно. Ну, вот я сейчас подниму, когда есть говорить. А... И мы будем переворачивать приветку, да? Да. Одну минуту я сейчас сделаю, как она получилась. Во! Вот у нас креветка наша. Ууу, я готова переворачивать. Нет, я буду переворачивать. Тик-тик. Мы оба будем вообще. Во, я помню теперь. Я много поймал. Они все умерли утром, потому что я ставил ведро. И потом... И это хорошо. И вместо давать крабы, которые буду смотреть... Еда! Давайте, давайте! Я почищу могу! Место мы поставили на гриль. Вот так. И бум! Сделали креветку. У нас вот тут была тарелка. Вот так столько было креветок. И вот тут была тарелка. Было как бы столько креветок. Он очень много поймал. Если бы вы бы увидели... Ваши глаза вы пошли выпали. Да. И вот и он столько много. Да. Ух. О, я сам как могу как трогать, как они как сухие. Ух, горячие. Потому что я просто переворачиваю моего папа. Горячие. Не знаю. Маш! Мое лицо. А. Макс, дай мне перевернуть. Окей. А то ты сейчас обожгешься. Маш, я уже это перевернула. Этот сделал? Не. Этот сделал? Не. Окей. Нужно их... Маша, ты вот эту перевернула? Да. А, окей. Ой. Так, какой... А, вот это вот я не перевернула. Нет, ты перевернула. Вот это. Ты сказала, что ты перевернула! Ну, я не знаю. А, да, я перевернула. И теперь мне только надо... Мне кажется, ты вот эту еще не перевернула. Нет, я перевернула. Но она не перевернулась хорошо. Вот. А да, птичу в огонь пойдет. Вот. Готово? Да. Да. Мы еще раз закрываем на 3 да, минуты, всё. Наверное, да? Да. Конечно. И потом соберем, куда мы он туда положим, да? В этот раз я буду использовать это. Ты все перевернула. Макс. Так нечестно. Макс. Я говорю, так нечестно. Макс. Да. Да. Макс, вот ты попробовал последний раз красную рыбу, тебе понравилось? Да. А почему тебе вот так же чуть-чуть не попробовать потом креветку? Нет. Маленький нет. Кусочек. Нет. Я чищу очищенного мяса. Нет. Нет. И нет. Макс еще не созрел. Я буду использовать. Макс, вот я пробовала же в тот раз креветку. Да, ну ты перевернула креветку. Но ты в тот раз пробовала сырую. Ну да. А жареную ты же не пробовала креветку. Ну, па. Маш. Макс. Так нечестно. Что ты думаешь? Это честно или нет? Она перевернула, так что я могу ложить креветку. Есть вещь, называется краб. Давайте так. Один вытаскивает 5 креветок, а Максим вытаскивает остальные креветки. Окей. Пойдет? Или если я могу как... С крабом вещи делать тогда. Без краба? Я буду краб делать. Что, ну-ка. Максим? Ну-ка. Я краб. Краб мой любимый вещь в мире. Краб я иногда-то на гимнастику принесу. И вот после гимнастики я там ем этот краб. И потом мне такая, соль нужно? Не нужно. Краб сам такой очень вкусный. И вот я один раз папа и Аня сделали краба, но там было остальной краб,
И вот я взяла, отлепила и съела. Я такая... Вот ты это... ела камчатский краб, а это будет другой краб. Это dangerous краб, он меньше. Вот краб, который мы с тобой ловили на рыбалке. Помнишь, ходили? Маш. Да, но мне краб до сих пор очень нравится. Маш. Ну ты же тот краб не ела. Можно что-то сказать? Ну и что? Я до сих пор люблю краб. Понятно. Говори, Максим. Ты на гимназии. Почему тут пахнет? Вы должны знать, после в морозилку или после не горячее краб или рыбу, она пахнет. Макс, пахнет? Крабом. Плохим. Окей, готовы? Готовы. Давайте, доставайте. Я тебя подержу. Маш, не надо держать. Просто... Ну я хочу. Дай мне подержать. Я вижу один из них глаз, или как мозг, или что-то вот это там в вагоне. В огне, да? Да. Ну, если вы живете в штате Вашингтон или в Калифорнии, вы обязательно должны попробовать в сезон эту креветку. Окей, готовы? Можно мне выключить? Я не знал, почему. Да, выключай, правильно. Да. Да, я просто такой. Ты же умеешь выключать? Просто как из-за газа я не могу хорошо брать. Ну, конечно. Мне почти что загорело лицо этим. Теперь мое лицо очень теплое. Вот, последняя креветка. Вот, давайте быстро как посмотрим, как креветка тут похожа. Как вот эта креветка, у него глаза все равно есть. У вот этой как-то есть. Вот этой у нее мягенькие, которые уже... Вот, посмотрите вот тут, как вот тут как чуть-чуть белая, а тут не белая. Ну смотрите, вот тут вот, почти что как соус. Вообще-то как это вот тут. Ну тут. Что, если вы кухне, да? Да. Сначала я попробую. Ну, это хорошо. Попробуй. Ну, давай уже на кухне с полного остынет. Я, может быть, попробую. Я, может быть.